Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Ну, попросили тему создать нас, какие-то Колесниковы, Николай, Анна, не найду их никак все еще. Вопросы, пожелания, события дня, задавайте вопросы. И вот сегодня 1 января 2016 года, предыдущий день. Ну и теперь я говорю, все, которые мне писали, перечитай вот это. Вопросы, передаваемые мне из ВКонтакте, Одноклассников, из других ресурсов, администраторами и модераторами на наш форум. А потом возвращаемые ответы к вопрошателям. Теперь видны на нашем видеоканале «Во свете Библии». Ну, понятно, что я ВКонтакте не бываю, в Одноклассниках не бываю. Странички есть, но мне, ну, просто и времени нет, и не нравятся эти системы. Я только работаю в моем мире, в Ютубе, канал у нас есть, сайт, форум, вот, все. Ну и вот кого есть теперь, а модераторы все перетаскивали сюда. Все, вот с этого момента, как начали, вот уже 20 дней назад, я всех приглашаю, сами приходите на форум, чтобы не модераторы перетаскивались с контактов. Так, и объявление. Объявление. Уже не первый год меня просят составить на каждый наш видеоролик хотя бы краткое, но точное описание, что на нем есть для облегчения поиска нужного ответа. Отвечаю, мне с этим не справиться даже при всем желании. Кое-кто соглашался слушать полностью ролик и мне прислать краткое содержание, которое я выставлю внизу в пояснении. И по нему поисковик переведет в ролик с нужным ответом. Обязательно указать, на какой минуте и о чем. Прошу всех, кто заходит на наш этот видеоканал «Во свете Библии открытым оком», помогите это дело исполнить. Возьмите один ролик и до конца прослушайте. Сделав оглавление, помечая содержание простыми словами о Библии, Христе, святости, суде Божьем и так далее. И это содержание перешлите мне или в мой мир, на форум или на почту. А я уже помещу это содержание внизу указанного видеоролика. Только делать сие дело ответственно, без ошибок, без пропусков. Ну и дальше, что писали в моем мире, я все в одно место перенес, увеличил размером. Повторяю, здесь выдумки никакой нет. И мои ответы из контактов, что там было. Но сначала я посмотрю в этом, которые принесли на наш видеоканал. Кто такая? Татьяна Шумакова, Тумина. Слава Богу за все. Игнатий Тихонович, какая благодать. Слава Богу. Спаси вас, Господи, и помоги в богоугодных делах. Что она имеет в виду благодать тут? Я не знаю. То, что ей тут нравится или как дальше. Максим Выгнич. Не было его? Был уже. А? Был, выше был, был уже, да. Во второй раз? Да. Игнатий Тихонович, а кто вы? Почему к русской православной церкви такое негативное отношение? На старобрядцев не похоже вроде, получается раскольники. Вот видите, раскольники, сектанты. У людей ничего нет, а расколотые мозги. В каждой извилины. Не знает ничего совершенно. Сразу сектант. Вот мы пошли с детьми по ягоды. Выходим из лагеря. Дети веселые, радостные, собирают ягоды. Никакой реакции нет. Вот сразу сектанты, сколько их развелось, это отзыв. Дальше, дети купаются. Сразу, сектанты, да сколько же их? То есть ничего нету. А что? Это поповские плоды растут. Все, кто им в карман не кладет что-то или в рот не ложит, против того объявляют войну, Писание говорит. Это пророки говорят. Не слышал, не знает. Сектант, раскольник. Вот не сходится по его. Ну вот я как могу сказать, он сектант или раскольник? Нет, я могу сказать только, ну, внешне. Вот она стоит выше колен, юбка. Сказал бы, ну, одеться поприличнее, так, чтобы было никак. Вот своя девочка, прекрасно одета, сектант и раскольник. Ну, если даже ты сектант и раскольник, так, ну, не сразу же это говорят, а хотя бы узнал, посмотрел или как подходит. На улице же много людей ходит, и каждому суется сектант и раскольник. Да мало того, по чужой фамилии ставить что-то вместо себя, то есть скрытое, как змеи шебуршат. Почему? На хозяев похоже. Кто их создал? Это все патриаршие. Ни сектанты никто этого не делает, ни католики, ни мусульмане. Только патриархийные, как я называю, выродки. И не один, а обязательно с кем-то. Это вот как, ну, бывает, собаки бегают, куча, называется кодла. И они везде с кем-то. Да как бы я, вот я не так с кем-то, ну, как-то посмотрел, узнал, робко спросил. И при том, ты виноват, что я такой. Да как я тебе, ну, не попался я тебе. Ну, не попался бы, ну, зло выборочно не бывает. Ты бы другого укусил где-то. Ну, на работе я матерюсь, а дома не матерюсь. Ничего подобного, ты и дома такой же. Ну, закрутила, говорю, маленько-то эту парашу свою-то, но она та же самая. Надо бы народиться свыше.
Какую беду делают священники? Они не поняли, что было в 17-м году. Свои православные на вилы вас поднимать будут. Что вам говорит Невзоров-то, Александр Глебович-то? Он говорит, я не хочу, чтобы вас с колокольни вниз головой опять спускали-то. Ничего не понимают, опять то же самое. И где они только таких берут? Да, мы старообрядцев, тут стоит наша биография. Мы никакие не раскольники, я ничего не раскалывал. Верую и верую, так, все. Негативное отношение. А, негативное. А что значит негативное? Сказали, что в церкви православной сегодня где? Улица и мир не отличаются, совершенно грань стерта. Кто бы ни пришел, чаще исповедуйся, чаще причащайся. Чаще исповедуйся, чаще причащайся. Больше ничего нету. У старообрядцев как? Ты еретик, переходи к нам. Кто бы ты ни был. Серафим Саровский еретик, Феофан Затворник, Иоанн Кронштадтский. Для старообрядцев 300 лет все еретики. Ну а вы-то чем лучше их-то? Я уж не говорю про баптистов, про католиков где-то. Ну, что? Лицо, говорит, интеллектом не испорчено. Могу о многих сказать. Только вышел, и где-то храм. Он из храма вышел, там напитанный-то. Вот он откуда вышел. По его не сходится. Ну, отойди тогда. Не сходятся, но что же вы толкетесь-то возле моих ресурсов-то? Что же вокруг моих колокольни бегаете и визжите-то от ярости? Ну не так, ну отошел, да и все. Мы идем где-то, что-то не так, гуляют, пьянствуют, блудят. Ну ты же не стоишь, не смотришь. И... Вы ходите, значит, вас что-то притягивает. Зазомбировал вас уже? А вы бы сказали, действительно, что-то есть. Надо посмотреть, я исследую, погляжу. Вы же ничего не знаете. И называют русское быдло. И кто их сделал? Попы. Потому что люди эти ходят. Не ходили в церковь, это были нормальные люди. Они ходят, их такими делают. Ко мне люди ходят в университет на занятия. И всех я направляю в храмы патриаршие. Потом гляжу, нету, на улице встречаю. А почему? А я уже не хожу. Я батюшке на исповеди сказала, хожу к вам. Он сказал, что ты еретик, раскольник. А сейчас куда ходишь? Сейчас никуда не хожу. Попы, что вас ждет снова? Архиереи. А это все запугано архиереями, они там безмолвные, такое униженное сословие, самое униженное в стране. Вот и архиерей, что с ним сделает, он должен молчать, насилует, то должен молчать. Права нет у него жаловаться, если жалуется, сам снимут, а это кормушка его, он не привык работать. Вы даже не знаете этого положения. И теперь он ждет, где на кого вырваться. И вот он вырвался, как ну мужик, как подкаблучник-то. И он идет, тогда все подряд стреляет, на охоту вылезает. А дома при этом он опять перед своей там Таней и Маней, говорится, голова между колен. Ну, все же понятно. Ну, не это же Бог создал-то. Где та свобода-то? Вот. Теперь перехожу на последнюю страницу. Пришла. Была? Была. Ну, значит, второй раз. Ольга Василевская. Что бы ни случилось, абсолютно всегда я буду верить в любовь. Игнатий Тихонович, спасибо за прекрасное видео. Вот все, не всем нравится. Дальше. Николай Воронин уже третий раз пришел. Что он пишет? Игнатий Тихонович, что вы можете сказать о долгожданном царе спасителе Святой Руси? Ну, я уже на это отвечал. Слова Осипа, вот видите, как это не видно где. Это чья-то фотография разодрала. Я ее большую найду, сразу выкину. Она портит все. Почему она такая, не знаю. О спасителе, царе спасителе, ересь. Об этом очень хорошо Осипов говорит. И вот такая жажда царя приведет, говорит, к тому Осипу, говорит, что русские, православные, патриаршие, первые на земле примут Антихриста. Первые. Примут его и будут заглядывать ему в рот. Вам уже ответил Осипов. Была? Была. Ну, еще раз. Алла Долганова, родной город Краснотуринск. Что напишет? Спасибо, Игнатий, порадовали вы меня, что не перевелись еще здравомыслящие православные среди... Народ... Вот видишь, Анка, подожди, это, вот это дальше. Среди народа нашего, что не источаете вы ненависти и нетерпения к инакомыслию, а имейте сердце истинного Сына Божьего. Дай Бог вам здоровья и еще долгих лет служения Господу и людям. Ну так, вот тут написал Алексей Куракин, он просит книги, я уже выслал-то. Книги выслать я ему ответил. Вышлем, то есть сейчас сегодня выслали бы, но 1 января не работает. Кто... Это тоже было уже. Было, да. Вот это кто? Вот. Видишь, как это его фотография разодрала все. Вот этого не было еще. Ну, кто он такой? Я даже не знаю. Видишь, какая фотография? Что? Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Давно смотрю ваши видео и согласен со многими вещами. Вы говорите здравые вещи, пока речь не начинает заходить об эпохе СССР и Иосифе Виссарионовиче Сталине. После этого начинается полное... Что-то вот еще видите, там... как разодрала она. Ну, сейчас, давай. Ересь и чушь. То есть, ересь и чушь.
То есть он любит Иосифа Виссарионовича, ну и что дальше? Начинайте цитировать различных предателей и диссидентов, таких как Суворов, Лизун или Солженицын. Солженицын предатель. Понимаете, на похоронах президента и прочее. Чудо, дивный человек родился, лауреат Нобелевской премии. Он помог сокрушить этот режим сатанинский. Все уже предатель. Что про меня-то говорит-то? Уже на могиле его топчется. Да. Шнурки у него на ботинках-то недостойно развязывать мы. Какого гениального человека Бог дал России? Что дальше? Твари, которые по заказу писали свои гнусные книжки, которые и книгами-то называть язык не поворачивается. Видишь, как сурово. Вот он не судит, нет. Это уже тварь, Солженицын тварь, Резун тварь, лучший историк современности. Резун Виктор, или он с подсимными, Суворов пишет, Суворов Виктор. Дальше. Это же реки лжи и ненависти. А дальше, туда еще. И ненависти к государству, в котором они... Вот теперь видишь, туда. Раздирает это без бегунка, ни одного слова не... Родились, а потом его оклеветали. Вы биографию-то их читали, прежде чем цитировать? Вот журнал «Новый мир» опубликовал главы из архипелага ГУЛАГ. И написали, исполнилось 30 лет, как впервые в России первые главы опубликовал журнал «Новый мир». Это Твардовский там хозяином был. И тут же опровержение было. Это неправда. Первый на 10 лет раньше опубликовал. Называет меня Лапкин. Он говорит, наполнил всю страну архипелагом ГУЛАГ. Я за него срок отсидел. То есть начитал 11 пленок. 11 на 375 метров, 8 часов 20 минут. Умножайте на 11, вот его звучание. 89 часов. Ну вот больше ничего нет. Ничего не могу ответить. Ну, это ваш выбор. Вы выбрали. Вы не были в сталинском лагере. Ну, там еще есть чуть-чуть написано. Ну, надо было сразу просчитать. Мы время тратим не на что. Сталин хотел сам напасть на Гитлера, а тот просто его опередил. Цитата. Ну, это да. Ваши слова из «Враги народа». Сами-то верите в эту чушь, когда цитируете? Спасибо за это. Верю, верю. Именно так и было. Сегодня верят в этом самые-самые противники истории. Так, я выбираю эту фотографию. Невозможно. Она раздирает все. Почему она такая огромная, не знаю. Вот она теперь встала на место. Ну вот, видишь как, одна фотография. Веришь, не веришь, но она так и есть. Дальше. Наталья Бант, спасибо за ответ. А где взять такое Евангелие с толкованием? И еще, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к Герману Стерлигову? Ну, Евангелие с толкованием можете везде взять, но какое у нас вместе с откровением толкование, такого нигде нету. За 2000 лет впервые выпущено в одном издании, трехтомнике, сказать. Вот. Ко мне напишите, войдите в мир... Мой мир, но дальше я вам скину все, цены и прочее. Так, теперь о Стерлигове. О Стерлигове зарядите на нашем форуме. Вот, форум, где мы сейчас находимся. Ставьте в поисковик Стерлигов, там найдете. Ну, вам нужно сразу, одним словом, разрушитель. Он ничего не созидает. Для него нет церкви никакой. Православно-московская патриархия вся в ереси. Зарубежной ереси. Старообрядцы еретики. Ну, о баптистах, католиках не надо говорить. Он знает только одного епископа, но где он никому не говорит. И только он знает. То есть вовремя награбил все это, что есть у него. Это Алиса. Так не богатеют. Богатеют постепенно. Ну, сын больше завел овечек, там внук еще больше. Вот так богатеют. А не так, что стал и богатый. Фирму там, Алису сделать. Это я не беру. Главное, что он разрушитель. Библия переведена неправильно, нельзя считать. А вот свод Ивана Грозного. Теперь он его сделал, там подарил кому-то. Разрушитель. Весь ответ. А теперь бегает где-то в Карабахе, прячется. Это счастье только открывается за ними. Аксинья Кошевая. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. У меня вопрос. Немного странный, но все же. Пару дней назад в поиске Яндекса я ввела книги о Боге. Нашла автора Уолш Нил Доналд и его три книги «Диалог с Богом». Автор пишет о якобы мысленном разговоре с Богом, где Бог отвечает на многочисленные вопросы автора. Не знаю, читали ли вы этого автора, но начало первой книги читалось очень хорошо и воодушевленно, пока не дошла до абзаца, который испортил все первое впечатление. Вот фрагмент книги. Да, у Бога есть полнота силы сделать так, чтобы намерения совпадали с результатами. Вы не можете и не сможете поверить в это, хотя и заявляете, что Бог всемогущ. И поэтому вам необходимо создать в вашем воображении силу, равную Богу, чтобы вы могли объяснить, как и что может помешать божественной воле.
И вот вы создали в своей мифологии существо, которое зовете дьяволом. В кавычках. Вы даже представили себе, что Бог воюет с этим существом. В скобках полагаю, что Бог решает проблемы так же, как это делаете вы. И в конце концов, вы даже вообразили, что Бог может проиграть эту войну. Все это противоречит всему, что, как вам кажется, вы знаете о Боге. Но это не главное. Вы живете своими иллюзиями и страшитесь их. И все это от вашего решения сомневаться в Боге. Ну что, если ты примешь иное решение? Каков тогда будет результат? Выделено. Вот что я скажу. Ты будешь жить так, как жил Будда, как жил Иисус, как жил каждый святой, которого вы когда-либо почитали. Но как бывало, почти со всеми святыми люди не поймут тебя. И когда ты попытаешься объяснить им свое чувство умиротворения, свою радость жизни, свой внутренний экстаз, они будут слушать твои слова, но не услышат их. Повторяя твои слова, они будут добавлять к ним свои собственные. Они будут удивляться тому, как ты можешь обладать тем, что они не могут найти. И потом они начнут завидовать. Скоро зависть придет в ярость, и в злости своей они постараются убедить тебя, что ты не понимаешь Бога. И если им не удастся разлучить тебя с твоей радостью, они постараются причинить тебе вред. Так велика будет их ярость. И когда ты ответишь им, что это не имеет значения, что даже смерть не сможет прервать твою радость или изменить твою истину, они наверняка убьют тебя. И затем, когда они увидят, с каким миром ты принял смерть, они назовут тебя святым и снова полюбят. Ибо такова человеческая природа любить, затем разрушать, и затем снова любить то, что они ценят больше всего. Здесь я ничего не нашел на то, чтобы сделать какой-то вывод. Ничего не могу сказать. Вот ничего ты... здесь как будто против нету. Я, может, не расслышал что-то. Так поступают всегда, и сегодня так поступают. Это личное отношение меня такое и есть. Ну, он просто вот меня смущает. Написано красным шрифтом. Неужели Бог имел в виду, что Иисус и Будда равны? Я решила далее не читать книги этого автора. Игнатий Тихонович, объясните, пожалуйста, что подразумевается под этой фразой? Или эта книга ересь? Вот, не могу сказать. Жил Будда. Она говорит, ты будешь жить так, как жил Будда. Ну как жил-то? Он же не враг был, не убивал никого. Что он имел в виду? Тоже я не знаю. Как жил Иисус? Нигде тут не видно, что разница. Как жил каждый святой? Тогда святой жил тогда, что нравится Иисусу? Нет, конечно. Ничего здесь я не нашел то, чтобы сделать какой-то вывод. Значит, нужно читать дальше. Если книга еретическая, безбожная, она что-то выйдет. Здесь я ничего не нашел, повторяю. Вот. Теперь дальше возвращаемся. Из других ресурсов, что я там выносил. Вот, пиши, читай. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Как я ожидал, после выхода ролика, ибо знал, что вы осветите это, получил целый ворох посланий от Сергея. Что случилось, почему те дивные беседы, которые были в начале вашего общения, превратились в заочное обвинение, противодействие. От вас же я ни одного худого слова в адрес Сергея не слышал. Между тем, отчетливо помню те самые первые ролики, продолжительные, согласные, душеполезные. Сергей талантливый иконописец, добрый христианин, но видится, где-то там произошел поворот не туда. Полагаю, это от человеческой природы, желание быть со всеми в мире. Идея, которая занесла в сознание брата Сергея. Засела в сознание брата Сергея. О ней он говорил неоднократно. Повторил и ныне. Ну вот он говорит, что как произошло. Как я могу знать, что как произошло? Я молюсь о нем, больше ничего нету. Сказать о нем я ничего не могу, потому что я считаю, я не стою малой части того, что он перетерпел. И поэтому он настолько высок в моих глазах, в терпении своем, что я просто склоняю перед ним голову. И молю Бога, чтобы я никогда ничего на него не сказал. Даже был бы он другой, ну, не как он говорит, парализованный, то другое. Я бы сказал, а так я не могу. И кроме того, мы были в близких отношениях. Уста мои закрыты. А только благодарственно молит. Он говорит, ищет друзей, там, ищет человек, все силы полагает общину разрушить. Он ищет, чтобы натравить на меня. А там мне уже пишут-то. Ничего этого не знаю. И что интересно, от меня, как говорит, горох от стенки отскакивает. В моих глазах он тот же самый, какой был. Меня нельзя сдвинуть в этом. Почему? Я молюсь. У меня есть лесенка, по которой я все время добираюсь до Бога, вот как об этом говорила женщина, и слышать, что Бог отвечает. И в моем сердце одно. Я люблю его, люблю. Помоги ему, Господи, до конца выдержать этот крест. И все. Дальше. Юрий Соболев. Но Христос нигде не призывает быть со всеми в мире. Особенно, если кругом идет вражда против Бога. Почему? Поняли мусульмане, что смирение, ислам-смирение, покорность, это не смирение, как покладистость,
дружные отношения с разными людьми, благоговейный шепоток, сложенные ладошки для благословения, а смирение перед Богом, всецелая верность человека Богу, покорность Ему. А как же мы понимаем христианство, которое есть непримиримая религия, самая радикальная, где нет никаких полутонов серости, цвета времени и грязи? Бродский Иосиф. Только свет и тьма, добро и зло, Бог и дьявол, Христос и Велиар. А с кем был в мире Христос на страницах Евангелия? С фарисеями ли? С книжниками? С апостолами? С торговцами храмовыми? С матерью и с братьями? Уж не у сообщника ли своего Александра Калинина, любящего говорить о любви, заимствовал брат Сергей эту идею, несколько модифицировав ее? Господь говорит нам, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отче. 1 Иоанна 2:15. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Вторите ему апостол Иаков. Итак, кто хочет быть другом миру, то становится врагом Богу. Иаков 4:4. Не мир я принес вам, но меч. Матфея 10:34. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Ну то есть непримиримость христианцы, совершенно нетерпимая, это не религия, вера. Кто не со мной, тот против меня. Коммунисты взяли это, кто не с нами, тот против, уничтожать. Но это взято-то откуда? Ну что значит уничтожать? Христос к этому не призывает. Он показывает тьма и свет, никакой серенькой мглы нету. Нету. И это навязчивое неоднократное вопрошание. Спасется ли Игнатий Тихонович, на мой взгляд? То есть... Кто-то спрашивает этого Юрия, Игнатий, спасется, какая обо мне забота? Да кто это знает? И я не знаю. Спасется ли? Видишь? Ну, искушение. Баптисты те говорят о себе, я спасен, там другие неправославные говорят, мы спасены, мы им добавляем в надежде. А это прямо спасется ли? То есть ты должен найти какой-то во мне изъян и отойти, со мной не знаться. И просто это навязчивая фикция идея, их преследует всех. Спасает Бог, не я. К чему такие вопросы? Или есть твердая уверенность о прописке тех или иных людей в аду? Именно так. Сегодня я покажу, как вчера на меня один накинулся в священнической одежде. Первый раз видит-то. И мгновенно сразу же бросается. Уже знает, он будет вверху, я буду внизу, в аду. Я отвечаю на это. 2 Тимофея 4:3. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. То есть ты хороший, ты молодец, ты ладно, то такие будут. Но... И от истины отвратят слух и обратятся к басням. Сколько угодно таких сегодня. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Надо быть терпеливым, быть благовестником, быть служением. А люди, которые нападают, у них ничего этого нет. То, что ты одел попону на себя какую-то, это еще не говорит, что ты именно соответствуешь пятому стиху. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. И я говорю это, успокойтесь. Я уже близок, один шаг, и меня не будет. Тем более получил ночью сегодня, прямо на переходе в 16-й год, ответ из президентской канцелярии. Письмо дошло, меня говорят, да тебя в дурдом отправят, психушка по тебе плачет. Еще подобно, поблагодарили за патриотическую деятельность и такой настрой. Так это только они дали знать, что получили. То есть вполне может быть ответ. У нас был мэр города очень хороший, Баварин Владимир Николаевич. Он входил в десятку лучших мэров России. И был у него день рождения. Сейчас не знаю, 60-летие, кажется, было. Вот. Ну, его поздравляли, и я сделал то же самое. Он мне помог вот это, что я имею. Когда я выиграл суд, 11 лет судился. И нечем сделали ответчиком городскую администрацию. В казне денег не было. И стали настаивать тогда учителям не выдавать, пока со мной не рассчитаются. А это было 11 миллиардов. То есть, ну, они не все, конечно, суд. 11 лет шел суд-то. Но я предложил недвижимость. И вот дали здесь в центре города 13 соток, 2 здания. Я хозяин их. Это мной заработано. Что у меня было конфисковано, когда я был реабилитирован. Ну, я тоже написал ему. Написал, Владимир Николаевич, все, что сейчас у вас есть, это временное. И когда вы умрете, как это все будет выглядеть? Ищите Бога. Он близко, Христос и за вас умер. Он ждет вашего покаяния. Ну, много ли таких поздравлений? А у него, который помог вот со всем этим, был советник, называется, общинников Владимир Петрович. Он в Афганистане был, афганцем называется. Ну, и потом встретились, я говорю, ну, и как там этот Сабантуй-то прошел?
Ой, Баварин сказал, говорит, нанесли подарков, а там бизнесмены, все это. Полная комната подарков, поздравительных-то. Он говорит, ну, людям обычно делают на могилу, говорит, валят цветы, а мне при жизни навалили-то. Что, я умру, что ли? Смеется. А потом, говорит, ваша взял, ваша, которое вы написали. Ну, а там смотреть-то что там, обыкновенный вот такой листик. И он, говорит, отошел в сторону, прочитал раз, я вижу, второй раз считает. Вот и все. Все эти миллионные подарки оказались пониже, чем те слова Божии, которые он сказал. И отношение его ко мне не изменилось. И он погиб. Так я всю ночь названивал, когда он погиб трагически в автокатастрофе. Был ли он крещеный-то? И, наконец, вышел на главного редактора «Алтайская правда», тут наша губернская газета, Шевчук Ольга Николаевна. Она говорит, да, он крещеный. Я видела его в храме, говорит. Он, кажется, сына Ваню на руках держит. Золотухина. Золотухина Валерия Сергеевича. Ну, вот этот артист был такой, они были дружны это. Он, я тогда помолился, Господи, прости, если молитва не угодно. Он так много сделал, Владимир. Ну, помоги, я не хожу на похороны. Но тут я пошел в дворец спорта, где он лежал. Интересно, там все время чекали фотографии. Ну, не я же это делаю-то. Но фотографии выставили то так, где я иду, подхожу на прощание. А люди шли с большим потоком. И непрерывно фотографировали. Почему именно эту фотографию взяли? То есть что-то необычное люди в этом увидели. Он такой маленький лежит, один портрет огромный. Я не мог держаться. Я шел и плакал. Что их привлекло к этой фотографии-то? А вы себя прославляете? Ну, как я могу прославлять? Я плакал. Хороший человек был. Он бывший парторг моторного завода. У меня остались фотографии, где дом передает, где по рукам ударили, где обнялись и поцеловались. Это все на фотографиях. Дальше. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление его. То есть я надеюсь на это. Это прямо ко мне относят эти стихи. Почему я в ответ Юрию сказал? Вот мой ответ. Юрий сказал там кого-то, Сергей, от меня ни одного слова нету. Только места писания, которые звучат во мне. Дальше. Лука 6:26. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. 1 Иоанна 4:5. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога, знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем Духа истины и Духа заблуждения. Я это говорю всем. 2 Петра 2:3. 2:2-3. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. Это я говорю всем, которые гонители, главное, это патриархийные. Я им говорю, что вот их разврату, что они делают, как учат, не учат. То есть молчали бы, было бы хорошо, но они говорят, и говорят в обратном направлении, как будто антихристы в рясах. Я не о всех говорю, но что они делают, это страшно сказать. Поносят все абсолютно святое. А сами все таинства исказили. Оглашенные зайдите выполнить не могут, не учат. Патриарх пытается говорить, давайте на миссию, что ты с них возьмешь. Антоний был здесь, в Масенич, епископ. Я, говорит, посылаю их трудиться, они воруют. Покушение недавно на меня было от своих же, это он говорит. А мы с епископом, с Евтихием были там. Вот так. Дальше. И из любостяжания будут уловлять вас лестивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Любостяжание. Все за деньги, крещение за деньги, венчание за деньги. Это о вас же говорится, не о мне. Я ни копейки не получаю нигде, кроме минимальной пенсии. 6 525 рублей 3 копейки. Все. У меня нет ниоткуда прибыли. Ничего у меня нету. И живу сытый, не умер. 2 Петра 2:18. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Ну и все нельзя рассказать. Говорит по сестрам один, что делается. Каждый четвертый, пятый священник в епархии запрещен не за богоугодные дела. Это Алтайская миссия тут напечатана. Дальше. Исаия 30:10. Который провидящим говорят, перестаньте провидеть, и пророкам не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Ну вот и все. Прекрасно предсказывайте. Ну где обличение от Крестьянкина, от Гурьянова, Павлова, который ни одного обличения нету. Вы из одной системы. Система. Система патриархийная. Система лжи. К ним полностью относятся что? Кругом измена, трусость и обман. Вот на этом, на измене, трусость и обмане все строится. Конечно, я не вписываюсь в эти рамки. Да у меня и желания нету быть с вами вместе.
Иаков 4.4. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, то становится врагом Богу». Вот к этому так и стремятся, что богатые были, что-то пожертвовали, все время ведут. Андрей Кураев опубликовал это, об этой жадности поповской, патриархийной. Все, да патриарха пронизано этим. Не отстаньте от меня, разберитесь сначала в своих предбанниках. Иеремия 5.31. «Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого?» Вот священники господствуют при посредстве лжепророков. Где-то что-то кто-то сказал, где-то... Ну, к священникам как Иеремия относился из священнического рода? Иоанна 15.19. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира... Но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Ненавидит мир, это мирские, что они в рясах, это мирские люди, неверующие, в семинарию берут их. А теперь они, им нужно где-то показать, какие они патриоты патриархии, чтобы их не выгнали. Михей 2.11. «Если бы какой-либо ветреник выдумал ложь и сказал, я буду проповедовать тебе о вине и сикере, сикере, то он и был бы угодным проповедником для этого народа». Вот они об этом и проповедуют. Пить можно, там, нарушают посты, отменяют. Раньше времени до 30 лет рукополагают, свои уставы пишут. Развал и разврат. Римлянам 16.18. «Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных». Ласкательством, красноречием только натравить против. Интересно, кто к ним склоняется? Даже вчерашний был друг, сегодня делается как ярый волк. Рыщет, что-то где-то сделать надо, кого-то увести, чтобы оболгать. У них епископа нет. Это великое чудо. Нам Бог дал такую свободу. Никто над нами не давлеет. Это Божий перст сделал так. Мы ни от кого не отказывались. Они сами отошли и сказали, вы свободны. Пусть хоть будет одна община на всю страну, которая без прокладок над вами епископа будет, чтобы они не давили епископы, а то, что Бог скажет, делали. Нам такая участь выпала. Да как без епископа? А мы признаем епископа, признаем. Но они отошли в сторону, эксперимент идет у Бога. Вот как надо понимать. Мы день и ночь благодарим Бога, что отошли. Патриархии не было, а зарубежные дали, что у нас они не числятся, то есть мы свободные. Ничего не отрицая. В мировой истории был и случай, не было. Первый случай. Особый эксперимент идет. Ни сектами, ни раскольники, нет. Теперь надо секта, раскольники. Это вы раскололи все. Дальше. Юрий Соболев. Аминь. Я озабочен в первую очередь спасением собственной грешной души и своей малой церкви. Я не успеваю за собой следить. У меня не хватает времени и внимания на это. Галатам 6.5. Я нашел самое то для себя. Мерка высока, но она по мне. Имей в виду ваш метод, Игнатий Тихонович. И при всем этом, всем лезть кому-то с вразумлениями и в голову не приходит. Представляю, пишу Петру Мамонову обличительное письмо и предлагаю обсудить духовное состояние его любимого проповедника и друга отца Дмитрия Смирнова. А ведь много в чем нужно не согласиться с батюшкой. Вот каково это будет? Смерть да и только. Я отвечаю. Мне редко приходится что-то говорить, даже под своими видеороликами. Разве уж когда спрашивают что-то... о поездке сюда или подобное. А чтобы лезть на чужой видеоролик и там вступать в перепалку, Господи помилуй меня грешного, да как же было это бы сие возможно? А что иные так делают, клевещут и ищут жертвы для своей и его погибели, это все отношу к плотскому, группировке в системе лжи. В моей жизни было и не раз, что как будто свыше разнаряжено для меня поприще. И если мне непонятно, что и как, появляются мгновенно специалисты, и они будут рядом и помогают, и живут в моей квартире, и спят на этаж выше, плацкарта нары. Но как только дело начатое закончено, издание книг, миссия, стройка, они как бы меняются, и начинают вести себя совершенно вопреки тому, какие они были только что. И это не один раз, как будто ракеты... выходит на определенную высоту, и первая-вторая ступень отпадает в тайгу, в свои дремучие зигзаги прошлой жизни. И ни один не может показать, чтобы я где-то изменился или мое отношение к ним. Просто без причины как бы. Они увидели фото, где с патриархом Алексием II сидит и лавр, первый иерарх РПЦЗ. И они тут же взбунтовались, что вот оно предательство, и вроде бы это мы поддерживаем.
Что с таким вероотступником сидят? Что с таким вероотступником сидят? Ничего нет. Просто разные по разным причинам. Одни за то, что знаем со патриархией, а даже не знались. Одну фотографию увидели, и две семьи ушло. Да как может здесь быть в этой общине? Тут с патриархией знаются. Да там же ничего нету. Это еретики, это злодеи. А они, ну и все, ушли. А что им докажу-то? А мы никогда этого не считали. Проходит время. Они там засыхают, потом встречаются и говорят, как бы очнувшись. Что же они делали, что попало, творили, но уже поезд ушел? Прямо. Сами себе уже приводят приговор. Первое Фессалоникийцам 5.18. За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. 1 Коринфянам 13.12. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Исайя 29.15. Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысел свой утаить от Господа, которые делают дела во своем мраке и говорят, кто увидит нас и кто узнает нас. Да. Вот прошу, что если под какими-то фотографиями, ником не свои, разговаривать не буду, просто выбрасываю. Как змеи в траве шабурчат, что попало делают. Дальше. 1 Коринфянам 4.5. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит сокрытые во мраке, и обнаружить сердечные намерения, тогда каждому будет похвала от Бога. Юрий Соболев. Благодарю за пояснение. Действительно удивительно, как, впрочем, и ваша жизнь в целом, Игнатий Тихонович. Знаете, у меня иногда случается фрагментарное внутреннее неудовольствие, что ли, какими-либо вашими словами в том или ином ролике, проповеди. Оно неявственно, это чувство, как если бы я слушал вас впервые. Но я уже знаю это чувство или состояние и говорю себе, спокойно, почему не понравилось, что саднит. Выясняется, что всегда причина во мне. Раздражился днем, обиделся на кого, суета коснулась. Видите, как все это делает. Человек исследует. Он грамотный, преподает в университете, в академии, в епархии ведет занятия где-то. Им нужно сейчас оторвать, сделать нас врагами. Их ничто не может удержать, они вокруг него засыпали его. Это от Бога. То есть злодейство, злодействует злодей, злодейский пророк говорит, все. А вы что вот в ответ? Ничего, только молюсь, у меня ничего больше нету. Спокойно откладываю ваш ролик или книгу, а на завтра недоумеваю. Откладываю, да. А на завтра недоумеваю. Как так? Прекрасная проповедь. Сегодня все радостно ложится на сердце. Видимо, это и есть проявление искушения, ибо дьявол не спит. Как верно вы и говорите, что изменения нашего... Вашего отношения нет, причина в иной стороне. К тому, что и как вы делаете, нужно прислониться, доверившись своей жизнью, проще к жизни по Евангелию. Ибо со стороны это все непонятно и чуждо, как, впрочем, и христианство в целом, если глядеть на него издалека. Так, из Америки пишет один. Рики Олсон. С наступающим Новым годом, Божьих благословений и сил в благом деле проповеди Евангелия. Да не отступит милость Господа от вашего дома, благослови душа моя Господа. Ответ. Всего того же искренне желаю и вам. Дальше. Игла. Вот только что увидел в сети по скайпу в форме незнакомого священника. И отправил ему координаты наших ресурсов, видеоканала, форума и сайта. И он мгновенно же ответил мне вот так. С первой же виртуальной встречи. Я покажу сначала, что я ему послал. Вот оно. Я ему послал. Заходите на наш сайт. Ну и тут форум, мир, контакты, непростой сайт. Что есть? Ничего нету, совершенно нету. И что он на это ответил? Вот представьте, сказали, есть такой сайт. И как будто бы раскаленным шилом его кто-то толканул, в нем это все лопнуло и потекло. То есть он такой же был. Мгновенно ответил. Сейчас покажу, ну я же это не выдумываю. Какой-то Сергей Александр. То ли Александров или Александрович, там не оконченное. Так. Слушайте. Вы раскольник и гордец. В первую очередь раскольник, а и гордец. Что я расколол, никто не показывает. Где я расколол? В каком месте? И гордец. Понимаете? Он никого не судит. Нет, а почему? Право осуждать дано им. Он не судит, он осуждает. Он, ну, минимум как равен Богу Саваофу. Он уже все знает, где кто будет, в аду или в раю. Я в жизни ни разу не подумал даже это. И он тут же меня гнобит буквально сразу. Что дальше? Который все делает ради своего имени, под тщеславие. Я все делаю под тщеславие. Под тщеславие иду тюрьмами, лагерем, издаю книги. Это все под тщеславие. То есть, ну, поврежденные умом люди.
Ну, кончилось бы где-то-то. Я как обратился-то, мне же 76 лет, и все делаю и делаю по тщеславию. Понимаете, безответственные такие слова. Он не может ни одного слова ответить. И он будет слушать это-то. Ну, найдите его. Он даже, я не знаю, где город какой, ничего. Вы не Христу служите и уводите людей от церкви. Понимаете, я увожу людей от церкви. 53 года как уверовал, у всех до одного, объехав весь мир, направляю в храмы Московской Патриархии. Я не церкви служу. Он церковь-то что понимает? Карман свой? Дальше. А, в кавычках, Евангелие проповедуют и все сектанты тоже. Анафема вам и огонь вечный. Никак не меньше. Анафема. А 1 Коринфян 4.5 говорит, никак не судите. Он уже знает, и огонь вечный, то есть он что пожелал мне? Это вся патриархия в этом. Кто не с ней, тот против нее, значит. Сказать, он ни разу не переписывались, ничего нигде не было. Ну, сами посудите, найдите его, вы патриархийная. Ну, на меня кодлой набрасываться не надо. Имя компании, все бросаются, один другому передают эстафету и бросают. Ничего этого нету. Нет. Это система лжи, ненависти. Сталинско-беревская кровь клокочет в них, которые образовали эту систему. Я отвечаю. Я ему что отвечаю? Вот что ответил. Откровение 1.17. Ни одного слова не сказал ему. Ни одного. В ответ. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся. Я есть первый и последний, и живой, и был мертв. И се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи от ада и смерти. То есть ключи ада и смерти попам Бог не дал. Нету. А не у Христа. То есть он превысил полномочия, вырвал ключи у Бога, у Христа. И уже в ад, анафема. 17-й год перед вами маящит. Вас снова будут на вилы поднимать. Вил. Новый вил придет. Все, что у нас делается, все на них падает. Все это их пасту. Ну, 90% тут православные или 80 где-то. Бытие 49.7. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Это я отвечаю местами Писания ему. Я ни одного слова он не может сказать. Матфея 28.28. И когда он прибыл на другой берег, страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. Вот я это отношу к тем. Это может быть страшное беснование, одержимость. Первый раз видит, анафема ему. Почему? Ну ладно, я сейчас скажу, простите меня ради Христа, это не удостовое. Он никак не удовольствуется этим. И зовете в эту систему, где вот такие лютые волки, не щадящие стадо. Слово «лютые волки» один раз в Библии встречается. И только Павел сказал о священниках, об епископах. Деяние 20 глава, 29 стих. И как будут говорить? Да будут проповеди говорить. Но не слово Божие. Будут говорить превратно, чтобы увлечь за собой, чтобы никуда не ходили. Это время, где мы сейчас живем. Мы удивляемся, как Пушкина никто не заслонил. Почему вместо Достоевского никто не пошел? О, мы бы жили тогда, бы мы не гнали пророков. Вот это все сейчас есть. Дальше. Иуда 1.12, апостол. Это безводные облака, носимые ветром. Осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые. Свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими. Звезды блуждающие, которым бледется мрак тьмы навеки. То есть, пенящиеся срамотами своими. Какое каждое слово. Он знает мою жизнь, где я был, как я молюсь, я причащаюсь. Это ничего не значит, в аду будешь. То есть, они бешеные волки. Совершенно сумасшедшие. Безумные и слепые, Господь называет их. Безумные и слепые. И ведут слепцов. Куда ведут? Оба упадут в яму. Не ссылайте, что а батюшка знает, как помочить. Не знает он, а знает, так извращает. Извращенцы. Юрий Соболев. Ого, дружелюбно в кавычках. Ничего не скажешь. Я ему перестал, Юрию, как это он сказал. Плоды проповеди такой любви и мира в кавычках паства показала своим самим клирикам в 1917 году. Коротка память и коротко время до событий того же, если не хуже. Марк 13.33. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. И какое место удобно. Это Юрий ответил. Дальше на меня вышел вот человек. Александр Геннадьевич Фатеев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Такой вопрос. В православии немало столпов и учителей веры христианской. Чем объяснить, что в подавляющем большинстве проповедей ваших и ваших сподвижников вы опираетесь на труды Иоанна Златоуста, а не, скажем, Игнатия Брянчанинова или кого-то иного? Разъясните. Думаю, зрителям канала будет интересно и полезно. С Богом. Ну, в первую очередь, Иоанн Златоуст самый популярный.
самый плодовитый за 2000 лет. И другие они берут только от него. Зачем мне брать перекладами? Ну, блаженный Феофилакт, он говорит, большую часть то, что у меня есть толкование, я взял из Златоуста. Ну, если они это делают, у меня оригинал есть. Я был в Америке, когда меня вызвали по миссионерскому фонду, я там выступал, проповеди говорил, меня возили где-то. Жил при Синоде, в монастыре Жарданвильском. И вот там был архимандрит Арсений. Архимандрит Арсений. Кондратенко, кажется. И он мне увидел, как я люблю Златоуст, он снял с полки, в Италии изданный Златоуст зеленого цвета, сейчас у Виктора Савченко, 12 томов. Очень хорошее издание. И мне подарил этот чемодан полный. А в Вашингтоне Виктор Потапов подарил компьютер. У меня же компьютера не было. А брать можно по весу только то или другое. Я компьютер поставил, прижал и ночью сидел, держал и смотрел в океане там огни, как летели. Я привез сюда его, и теперь он у Виктора. Я его начитывал полностью на нашем сайте, моим аудио. Вот поэтому я его очень люблю. Очень люблю. Но если я буду сейчас приводить Игнатия Брянчанинова, скажут, а почему не Кронштадтского? Кронштадтского, а почему? Ну и так можно хоть сколько нам чамкать. Я люблю его, и все. А на другое у меня и времени нету. Если бы я приводил одного блаженного Августина, а почему? Иеронима Стридонского, почему? Я люблю его, весь ответ. Люблю, я его знаю. Знаю от корки до корки. Составлял на него симфонию. Вот почему. И дальше... Дальше я уже привожу о священстве. Слушайте внимательно. Они говорят, там Евангелие сектанты проповедуют. Я этому священнику, или он под формой священника там был, я не знаю. Ну не может быть, чтобы такие бешеные волки были. С первого раза в аду быть анафема. Кто-то, может, подделался. Простите. 3 января. Савва Священный считал сан священства корнем честолюбия. И на служение приглашал на время священника, не держа у себя. В монастыре не было священника, боялся. Если священник будет, будет раздор. Почему? Они бьются за кормушку. Вот если собаку держишь, а теперь другую приведи сюда, между сразу драка будет. Тут кошка есть, и пишут, каким образом надо, когда твоя кошка сытая, потихоньку тут при себе, чтобы вести в этот коллектив. Так коллектив это кодло. А если у тебя три кошки привез, вот у меня соседи кошка, я не могу ее сюда привезти, они мгновенно кидаются на нее. Вот так на меня кидаются. Я не вписываюсь в эти рамки, которые им нужны, тоже, чтобы горбатый был, согнутый. Я не могу так. Я прожил в свободе совести. Ни одной строчки на 38 книг, а их не 38, а там 3 еще не вышло, это 41 том из-под моих рук вышли. Издать, оплатить, распространить. Ни одной строчки не написал, подглядывая в глаза, нравится или не нравится. Никогда, я просто молился. Непонятно, что молюсь. Дальше. Это по старому стилю. Из «Жития святых» взято, Дмитрия Ростовского. 30 августа, Геннадий. Многие архиереи православные уклонились в симонию. За деньги поставляли священство. Вот они такие остались. Дальше. Когда таких искателей счастья узнавал Иоанн Златоуст 13 ноября, он изверг много епископов и священников, как совершенно не соответствующих своему сану. Ну, а почему такое негативное отношение у Златоуста? Вот почему. Игнатий Брянчанинов этого не делал. Златоуст сделал, поэтому я его люблю. А Игнатий Брянчанинов сказал, монашество кончилось, остались одни актеры. Уже кончилось. 1275 монастырей было в России. Едва ли, он так наобум, едва ли в четырех теплится жизнь. Актеры. Вот эта лютая стая, как называют, собачья кодла, они на меня нападают. Дальше. Кто сегодня скажет искренно и священство, не верьте мне, если слова мои не сходятся с Библией, как сказал Кирилл Иерусалимский. Вы, в первую очередь, надо... Так, дальше. Чтобы выговорить эти слова, как минимум необходимо научить людей священному писанию и самому говорить Слово Божие не по бреду своего больного ума, но в страхе Божьем. 25 января Григорий Богослов назвал собор епископов гусями и журавлями, пихающими друг друга, встал и ушел от них. Сложил полномочия. Православный патриарх Феофил 13 ноября гнал Златоуста и с православным епископом Фаретрием на горных тропах искали убить Иоанна. И с ним в группу захвата входили только православные монахи. Так он желал найти братьев долгих, которые за Златоуста были, вот как Юрий Соболев ищет-то. Напоили языческих воинов и послали по пустыне найти. И те 10 тысяч убили монахов православных-то. Его даже не отучили. 10 тысяч, это не инквизиция.
Но вообразите, 10 тысяч, да никакой ИГИЛ этого не делал-то. И они убили их. А вы знаете братьев долгих? А кто такие? Режьте подряд, всех зарезали. И это где написано? В житии Иоанна Златоуста. Это православный Феофил, он с Арисой Евдоксией, женой императора Аркадия. Вместе, ну, он был безвольный мужик, подкаблучник-то, она все руководила. А сама была дочерью волшебника, идольского жреца. Исидор Пелусиот 4 февраля гневно обличал своего епископа Флавиана. А епископ Флавиан 18 февраля говорил: «Епископы возлюбили тьму, угождая более земному царю». Вот это не мои слова-то, дальше. А 7 апреля Георгий Исповедник видел видение: на горнем месте вместо епископа стоит дикий кабан, и уши и хвост его обрезаны, прообраз сергианских архиереев, отдавших всю власть сатанистам и согласившихся спасать, в кавычках, церковь через предательство церкви. Вот. Даже Макарий Египетский 19 января удивился, что за каждым богослужением присутствует в церкви сатана, и на месте отсутствовавшего настоятеля стоял осел. А 5 недель непричащающаяся женщина превратилась в лошадь. Вот даже это он увидел, потому что они этим жили. Настольная книга. Вот. Первый том. Да. Нет, вот это вот. Посомы просят иному... Простят. Ага. Еще так считаешь. Посомы простят иному пастырю некоторую, быть может, сухость и суровость, которые свойственны иным характерам. Простят ему даже его слабости. Но никогда русский православный человек не простит священнику неверия или неблагоговейного, небрежного, внешнего, формального исполнения своих пастырских обязанностей. Не является мелочью то, как пастырь относится к внешнему своему облику. А кто это сказал? Алексей Первый, патриарх. Не простят, они так и служат многие. Где настольная книга? Первый том. 720-я страница. Особенно любят говорить, что каким бы ни был пастырь, а вот благодать от него все же не сходит, забывая, что Бог не имеет надобности в муже грешном. Сираха 15.12. Скрывая за сакраментальными ответами лжесмирения, как же не допустить к мочению лбов и к причастию в тот же день тех, кто сегодня только заскочил в храм по пути на базар, говорят: мы их спасаем, а потом благодать довершит. Не говори ради Господа и отступил, ибо что он ненавидит, того ты не должен делать. Сирахов 15.11. Вся Библия до краев переполнена гневными словами о злых пастырях, которые пасут самих себя, а не овец. Библия переполнена, не Игнатий негативно относится, негативно, то есть я эти слова открыл, как настоятель помню: Игнатий, до каких пор вы будете мать церковь мучить? Никто бы не знал, как крестить, если бы по радио, когда выступаете, не говорили. Все время звонки идут, вот, чтобы в темноте держать. А я сказал, привел местописание. Лоб помочили. Вы же не крещеные. Раньше времени рукоположное. Торговля обложились. Все антихристианское в церкви-то. У вас шага нет. Вот симония сплошная. Придумали, главное, делать без... А то теперь, ну, это как благодарность жертвы назначает. Крещение это бесплатное, но только, ну, отблагодарите нас, дайте 750 рублей за венчание. Ну, то есть жулики в рясах. Но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков. Вот это говорит пророк, священник и пророк спотыкаются. Побеждены вином, обезумели от секеры, видение ошибается. Суждения спотыкаются. Вас слушать-то нельзя, потому что вы суждения ошибаетесь. Это Библия, Бог Святой говорит. У вас ни одного слова, может быть, нету истинного. В анафема, в аду. Дальше. Исайя 28.7. И вот я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом, и медной стеной на всей этой земле против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей. Еремия. Это Бог поставил против священников, я уже не беру другое. Это Бог так делает, избирает людей, как митрополит Сергий говорил, в определенные тяжкие моменты людей, не обрещенных властью, особо будет ставить, которые будут говорить то, что должно быть. Вот так. Барабич об этом, Карабич говорит. И пророки станут ветром, и слова, и слово Господне нет в них. Над ними самими пусть это будет. То, что говорит ад, анафем, пусть над ними это все и будет, над самими. Да, кто говорит? Иеремия, 5 глава, 13-18. Это не я говорю.
Иеремия 14 глава 18 стих. «Выхожу я на поле, и вот убитый мечом, вхожу в город, и вот истаревающий от голода, даже и пророк, и священник бродят по земле бессознательно». Ну что вам говорить? Почему так негативно о священниках? И о ваших пророках-то. От России обязательно. И вот там Святогорец, Нектарий сказал, захватят Стамбул. Вам этим заниматься надо. Вы посмотрите, что в храмах-то делается. Какой дохлятиной все наполнено. Я называю сегодняшнее состояние церкви скотомогильник. Христос пришел к погибшим овцам Израиля. Кому он сегодня придет? Зайдет и вашу торговлю благословит? Продолжайте торговать? До 30 лет зачем рукополагаете пацанов? Придумали, с 18 лет уже может быть священником. Дальше. «Беда пойдет за бедою, и весть за вестью, и будут просить у пророка видения, и не станет учения у священника, и совета у старцев». У священников не будет учения, у него нету. Кто это говорит? Иезекииль 7:26. Это не я негативно отношусь. А я вот это сказал, а вы негативно. Я отвечаю на вопрос. «Слушайте это, священники, и внимайте, дом Израилев, и преклоните ухо, дом царя, ибо вам будет суд, потому что вы были западней в Массифе и сетью, раскинутую на Фаворе». Вот так, 17-й год под боком, вас будут снова точно так же, как в 17-м году отправлять на Голгофу. Осия 5:1. «Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату». Ну не похоже. Ну священники, это негатив, так кто рассылает-то? «И пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря, не среди ли нас Господь, не постигнет нас беда». Ну, у вас епископ есть, вы не раскольники, вы не еретики, это все на Игнатия сложили. Так, а вы-то кто? А Господь-то вот какую, да, я зарплату нигде ничего не делал. 53 года проповедую, ни рубля не получил, нигде. И даже непонятно как бы. Это новый пророк, говорит Михей. Вы бы его тоже гнали. Стефан сказал, кого из пророков не гнали отцы ваши? Кого? Обличительного-то слова нету. Вверху крышка. Уберите епископа. Дайте людям свободным вздохнуть. Как уберите? Никак. Из сознания. Я не говорю убирать его. Из сознания. Подчинитесь Богу. И вы увидите, как надо делать. «Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воссоздавать славу, воздать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие, и прокляну ваше благословение, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Вот я отниму у вас плечо, и помет раскидаю на лица ваши». Ну помет, понятно, что дерьмо. Вы в дерьме все. Это пророк говорит, последний пророк. Раскидаю, почему уже проклинаю? Почему ни разу церкви не прочитали? Батюшка благослови, он машет рукой, а Бог говорит, я проклинаю все эти ваши благословения. Почему об этом не говорите? Феофан Затворник говорит, если священник говорит, я благословляю, а Бог говорит, я не благословляю, что будет утверждено на небе? Благословлять нужно то, что Бог благословил. Проклинаю, уже проклинаю ваше благословение. Прочитайте это пастве. О священниках надо плакать и молиться. В каком обольщении они находятся? Негатив. Ну негатив-то не я говорю. Но остановитесь маленько, вздрогните. Ухватились за животы свои. Сбросьте лишний-то вес. По полцентера на животах наростили. А то здесь я найду вам. «Господь говорит, пастыри отпали от меня». Господь говорит. Иеремия 2:8. «Пастыри сделались бессмысленные. Множество пастырей испортили виноградник». Он не говорит о печниках, я печник. Не говорит о сторожах, о пастырях. И дальше. «Они хвалятся ризами, дипломами, митрами и видели бедственнейшее положение этих пастырей, только отдельные люди, как Серафим Саровский, молившийся о них». Настольная книга. Священнослужители. Третий том, страница 601. Он говорит так, Серафим Саровский. «Господь открыл мне, что будет время, когда архиереи земли русской и прочие духовные лица уклонятся от сохранения православия во всей его чистоте, и зато гнев Божий поразит их. И сказал Господь, что не помилует их, ибо будут учить учением и заповедям человеческим. Сердца же их будут стоять далеко от меня». То есть 3 дня 3 ночи вопиял, и Бог ответил, не почти. Вам приговор уже вынесет, а что вы беснуетесь-то? Смотри, что духовные лица уклонятся, вы православие-то не знаете даже. Вы православие считаете то, что вот сейчас у вас есть, это кормушка. Игнатий негативно. Как негативно, когда уже вот самый негатив-то где? Я только этим живу, что, чтобы этого не было. «Большая часть священников погибает, предупреждает Иоанн Златоуст». И это их не трогает, это неверующие люди, в ризы облеклись, обманщики. По внешности-то одни, а по внутри-то, говорят, волки лютые.
Но и эти грозные предупреждения не повлияли на тех, кто рвется к алтарю или уже кощунствует в сане, дискредитируя самые основы веры, без приготовления допуская людей до причастия, до крещения, которые превратили в мочение лбов, говоря, что погружение при крещении – это всего лишь традиция, забывая, что главнейшее при крещении есть троекратное погружение в воду во имя Отца и Сына и Святого Духа. Откуда взято это? Опыт христианского катехизиса, митрополит Антоний, страница 77. Почему он так негативно относится, там, митрополит-то? И дальше? Этих пастырей унесет ветер гнева Божия. То есть нет, никто, их никого не будет, никого нету. Это так, матрешки перевернутые. Всех пастырей твоих унесет ветер, и друзья твои пойдут в плен. И тогда ты будешь постыжен и посрамлен за все злодеяния твои. Иеремия 22, 22. Иезекииль 34 глава. Эта глава есть поэма «Аксиус» современным пастырем. Прочитайте один раз. Вздрогните маленько, остановитесь. И поэтому вы не переносите то, что говорю я. Я свои ли слова говорю? В каждом томе у меня 3000 ссылок на Священное Писание. 3000. А у вас даже патриарх-то выступает и ни одной ссылки не делает на Писание. Слово «Библия» вообще не фигурирует. Ее нету. Вы ее не любите. Но пастыри... На пастыре воспылал гнев мой, и козлов я накажу. То есть все козлы будут наказаны. Бог вас найдет. Это негатив-то кто рассылает такой? Уже новый пророк, Захария. Ибо посетит Господь Саваоф стадо свое, дом Иудин, и поставит их, как славного коня своего, на брани. Дальше. Пресвитеры ложны. Должны. Пресвитеры должны быть благосердны, дальше, милостивы ко всем, чтобы обращали заблудших, посещали больных, заботились о вдовах и сиротах, воздерживались от гнева, мщения, заискивания и несправедливости в суде, удалялись от всякого сребролюбия и не были легковерны к наговорам на кого-либо. Вы меня наговариваете, а вы всему этому верите. И вчера этому, который там зашел, Сергей-то, ну, священник непонятно кто, я ему вот эти места скинул, и он все... Засох, его нету. Потому что Библии не верит. А тут Поликарп Смирский. В какое время он жил? 80-е. Обращали заблудших. Вы вот сколько написано, ничего этого не делаете. И не знаете, как это делать. Потому что вы чужды этой благодати обращающей. Святитель Ириней Леонский. 130-202 года жизни. Рассуждает о том, какое тяжкое наказание ожидает плохих пресвитеров. И как высоко нужно, ценить истинное пасторство. Убеждает удаляться от тех, которые, будучи многими почитаемы за пресвитеров, служат своим похотям. И хотя кажутся имеющими страх Божий в сердцах своих, но уничижают других, гордятся своим старшинством и скрыто делают зло. Это в кавычки взято. Вот вы меня все время уничижаете везде. Вам за одного меня вам не ответит перед Богом. Первый раз видит уже анафема ему. Бешеные, совершенно бешеные псы, лютые волки. Он не думает ни о суде Божьем, у них веры-то никакой нету, это как будто бродяги какие. Святой Ириней учит иметь общение только с теми, которые хранят учение апостолов и, исполняя обязанности пресвитера, предлагают учение здраво и ведут бессоблазнительную жизнь к утверждению и исправлению прочего. Ну и все, значит, согласно Иринею Леонскому, к вам подходить-то нельзя, заразишься одним прикосновением, понятно. Каждый удостоившийся священства должен служить только алтарю и жертвам, заниматься только молитвами и молениями, и не оставлять церкви для занятий земными и мирскими делами, но трудиться денно и ночно для дел небесных и духовных. Киприан Карфагенский. А только знать, Киприан, кому церковь не мать, тому Бог не отец. Да какая нам не мать-то? Злобная мачеха. 53 года меня преследует. Я от нее ничего никогда не получал, там не обратился, и поэтому она мне матерью не была, и поэтому решать по своей мирской организации, Сталинско-Берестской патриархии, это вы не имеете права. Дальше. Мне стыдно за других, которые, не будучи ничем лучше прочих, с неумытыми руками, с нечистыми душами берутся за святейшее дело, и прежде, нежели сделались достойными приступить к священству, врываются в святилище, теснятся и толкаются вокруг святой трапезы, как бы почитая сей сан не образцом добродетели, а средством к пропитанию, не служением, подлежащим ответственности, но начальством, не дающим отчета. И это священники, какие они есть. Вот такие есть это.
Дальше. И такие люди, скудны благочестием, жалки в самом блеске своем, едва ли не многочисленнее тех, над кем они начальствуют. Столько попов, куча. Не знающий ни того, что должно говорить, ни того, что должно делать, лучше учиться, нежели не зная учить. Вы мои книги будете искать по листочку, придет время, когда Бог вам просветит мозги-то, по темечку-то маленько постучит, а это уже рядом-рядом, может, в этом году будет. Потому Потеряевка открыта для вас, мы вас примем. А потому брать на себя труд учить, пока сам не научился достаточно, и, по пословице, на большом глиняном сосуде учиться делать горшки, то есть над душами других упражняться в благочестии, по моему мнению, свойственно только людям крайне неразумным и дерзким. Вот вы крайне неразумные и дерзкие. Кто это сказал? Не Игнатий, негатив-то этот рассылает-то. Григорий Богослов. Но это не сектант. Если Библия, то это сектант. Библия-то сектантам принадлежит. Дальше. И прежде, нежели узнают наименование священных книг и научатся распознавать письмена и писатели Ветхого и Нового Завета, и едва только затвердят 2-3 слова о благочестии. Слово о благочестии. И то понаслышке, а не из книги. Как уже считают себя мудрыми и книжниками, и законниками, и желают, чтобы другие люди звали их учителями. 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 Что-то ударение-то неправильно делаешь-то. Это говорит негатив, это советский попах говорит. Так это было в 4 веке. В 5. Положим, говорит он, что иной непорочен и взошел на самый верх добродетели. Да ни одного такого не найти. Все еще не вижу, каким, запавшись знанием, на какую понадеявшись силу, отважится он на такое начальство. Как на священники-то, в семинаре-то принимают. Как он отважился быть этим? Совсем непонятно. Ибо правя человеком, самым хитрым и изменчивым живым существом, действительно есть искусство из искусств и наука из наук. Златоуст говорит, чтобы обратить человека, нужны тысячи талантов, тысячи. А крестить ни одного не надо. Достаточно быть рукоположенным. Тысячи. Я занимаюсь семена этим, я никого не крестил. А это никого не знает, даже крестить правильно не может. Воду покрестить, погрузить не может. Ладошкой по голове. Да вы же никто там. Никто, совершенно никто. А для этого столько требуется ума, какое надобно тонкое и глубокое знание природы и души человеческой, какая проницательность, сколько опытности. Вот почему не нужно искать священство в молодости. Вот почему церковь определяет для вступления в священство известный возраст, ранее которого принимать сан не позволяется. Вот и ответ его Григория. И дальше откуда знаете? В диаконы. Не ранее 25 лет. Священники не ранее 30 лет. 6 Вселенский собор, 14-15 правило. Так. Об этом подробно говорит в 3 книгах о должностях священнослужителей Амвросий Медиоланский. Вот 4 качества, которыми должны обладать они. Мудрость, справедливость, мужество и воздержание. Да. Блаженный Иероним. В своем сочинении о жизни клириков и священников восстает против недостатков духовенства. Но он восстает, а не я. К нему претензии имейте. А в западной церкви он на первом месте стоит, как у нас Златоуст. В службе Христовой не ищи мирской прибыли. В противном случае и о тебе будут говорить, они сели пшеницу, а пожали терны. Измучились и не получили никакой пользы. Постыдитесь же таких прибытков ваших по причине пламенного гнева Господа. Вот что вам делать. А вы знаете, какие там, за что берете? Ну, то мародерствуете буквально. Грехами народа питаются. Приходят люди, ни пятими, ничего нет, лишь бы пожертвовали. Слова пресвитера должны быть украшенными словами Писания. Я не желаю, чтобы ты метиствовал на показ, выходил из себя, говорил много, не давая в том себе отчета. Вот я вижу тут священника, он говорит красиво, все, и двери показали, а люди туда-сюда, то все не видят. Он витействует на показ. Интересно, я первый раз его увидел, а вы что им, ничего не имею, все правильно говорит. Но внутри все сжалось, он не тот, это только витийство одно. Он совершенно не тот. В одном месте его прижучили, он сразу убежал, уже из Украины здесь находится. Все имеющие власть прежде всего должны обращать внимание не на власть над подчиненными по своему желанию, а на равенство с ними по природе своего происхождения в себе. Григорий Двоеслов, правило пасторское, 604 год. Дальше. Может быть, настало время, когда Господь не хочет, чтобы между ним и верующими стояла церковь, о, как посредник, а каждый человек призван стать непосредственно перед Богом и отвечать ему за себя сам.
как это было при праотцах. А это вот когда их сослали уже на гору Сии, это епископ Дамаскин пишет. Пожалуйста, все канонизированы уже. Богу наступает момент, когда не надо, чтобы кто-то стоял между нами. Я и Бог. И все на этом кончилось. Наступил момент. Игла, а тех же, кому Бог уже открывал истину и ужас ожидаемого за страшное отступление от Слова Божия, и что нужно делать, а они потом снова возвратились на прежнее, то они попадают в число преступников. Галатам 2.18. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Были вместе, мы делали, молились, и они отреклись от того, что было в жизни. А теперь опять на прежнюю блевотину вернулись. Какой бы он ни был человек, вот к нему что. Они сразу же стали преступниками. И клевещут на путь света и истины тем, кто доверял им, чтобы они шли с ними. 1 Коринфянам 8.12. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против христиан. Рыскают везде. Кто у меня в друзьях, им начинает говорить, это не церковь, у них нет епископа. А дальше куда? Никуда нету. Господь проверяет через это людей. Это они не могут остановиться, нельзя остановиться. Почему они приговоренные? Псалом 49.16. Грешнику же говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое. И слова мои бросаешь за себя. Вот так. Когда видишь вора, сходишь с ним. Вот со всеми олигархами везде они все. И с прелюбодеями сообщаешься. Ну, а про это говорить не надо уже. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Я на злословие ни одного слова не сказал. Как коварство нет, а это коварно, поза глазами. Анафема сразу. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Я их вообще не трогаю, не захожу ни на один ресурс нигде. Они вокруг меня, просто ужас, что делается. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Бог говорит, ты подумал, что я такой же, как ты, не наказываю тебя. Давно 17-го года не было. Придет этот год на вас. Изобличу тебя и представлю при глаза твои грехи твои. Уразумите это, забывающий Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Восхитил, то есть не убил. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты, и изобличу тебя и представлю грех, перед глаза твои грехи твои. Вот вы напомнили, что было уже расплаты в 1917 году за грехи вождей духовных. Дальше. Второй почему? Паралипоменон 25.16. Важный стих, запомните, это очень важный. Он относится именно ко мне. Я говорю им, они не принимают. Я делаю вывод. Бог решил убить их, этих священников. Когда он говорил ему, царь... Когда говорил он ему, царь отвечал, разве советником царским поставили тебя? Перестань, чтобы не убили тебя. И перестал пророк, сказав, знаю, что Бог решил погубить тебя, потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего. Это я ко всем священникам патриархийным обращаюсь. Бог решил убить вас. Меня Бог послал, чтобы возвестить вам, привести к Святой Библии. И вы не слушаете. Не слушайте, клевещите. Ват, анафема. Бог решил убить вас. В течение 1922 года погибло 2691 белого духовенства. То есть женатого священства. 2000 трупов лежит. Дальше. 1962 монашествующих. 3447 монахинь-послушниц. Это Ленин. Пришел он, бич дядя Ленина, и теперь начал шерстить. И дальше пишет, он говорит. Мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его. Сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. Вил Ленин. Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Писать. Я не хочу этого. Обратитесь, покайтесь перед Богом. Священникам обращаюсь. И вот этим-то извергом согласились сергианцы не за страх, а за совесть служить. То есть сергианцы, это митрополит Сергий Строгородский, в 27-м году подписал декларацию «Вашей радости, нашей радости». Полное подчинение, служение сатанистам. После ареста патриарха Тихона еще более усилились обновленцы, которым советская власть передала до 2/3 своих храмов. И они уволили 60 епископов из числа 143. Обновленцы сразу же перешли будущие патриархи Сергей Старгородский и Алексей Симанский. Вот они где откуда. Это полностью они там и были оттуда.
Патриарх Тихон решил пойти на уступку правительству, чтобы получить свободу и спасти не себя, а других. Он писал в обращении: «Я раскаиваюсь в этих проступках против государственного строя и прошу Верховный суд изменить мне меру пресечения, то есть освободить меня из-под стражи. При этом я заявляю, я отныне советской власти не враг». Несмотря на величие личности и подвига патриарха Тихона, с большим сожалением приходится признать, что впервые сам принцип употребления лжи, лжесвидетельства ради спасения церкви, был применен в Московской патриархии именно им. Лишь немногие наиболее чуткие христиане препонимали страшную опасность выбранного патриархом пути. Известие 5 мая 1923 года писало: «Отдельные лица разделяют ту точку зрения, что заявление патриарха Тихона – крупная непоправимая ошибка». И действительно, время показало, что ошибка патриарха Тихона послужила лишь отправной точкой для эскалации лжи, предела которой не видно и поныне. А декларацию митрополита Сергия, которой руководствуется Московская патриархия, и поныне епископ Виктор писал: «Епископ Виктор, не Игнатий! От начала до конца это исполнено тяжелой неправдой и есть возмущающее душу верующих глумление над Святой Православной Церковью и над нашим исповедничеством за истину Божию. А через предательство Церкви Христовой на поругание внешним оно есть прискорбное отречение от своего спасения или отречение от самого Господа Спасителя». И все это толкуют, хотят еще и канонизировать Сергия Старогородского, главного предателя. «Сей же грех, как свидетельствует Слово Божие, не меньше всякой ереси и раскола». Вот где ереси и раскола, это не в Игнатии. Нет. «Они сравненно больше, ибо повергают человека непосредственно в бездну погибели». В бездну погибели завели вы их, разлюбезные батюшки, и теперь рыскаете. «Вы делаете антицерковное обновленческое дело, причем вы являетесь создателем самой опасной его формы, так как, отказываясь от церковной свободы, в то же время сохраняете фикцию каноничности и православия». Так, нас Бог избавляет от этого. Вот он, сейчас нету над нами никого, полная свобода, а у них рабство одно. «Это более чем нарушение отдельных канонов. 70 российских епископов открыто отвергли путь Сергиан». Нет, не приняли его. «За период 1917 по 1940 205 епископов пропали без вести. Из них 59 исчезли в 1937. Это еще непонятно, сколько голов отлетело. Так а столько епископов не было. Было, одни брали, других рукополагали. «Судя по духу времени, воображению умов, должно полагать, что здание церкви, которое колеблется давно, поколеблется страшно и быстро». Игнатий Брянчанинов. «С 1927 года все епископы Русской Православной Церкви без исключения подбираются советом по делам религии. Карманная, кавычка, церковь сделалась марионеткой в руках тех, кто решил создать церковь по своему образу». Вчера пишет один, заканчиваем. Вадим Каканищев: «Спасибо, Игнатий Тихонович, с тех пор, как открыл вас на просторах интернета, регулярно смотрю ваши видео и читаю. Не совсем согласен. Сам из пятидесятников, но охотно учусь у вас, многое нахожу полезным для себя. Вы делаете большую и нужную работу, благослови вас Господь на этом пути». Вадим Каниш. Юрий Соболев: «Да, Игнатий Тихонович, истинно так. То страшное время вполне может повториться с избытком. Священство общается ли с паствой крещенных моченых? У последних злоба страшная. Из-за места на парковке стреляют друг в друга. Из-за глупого слова убивают, как в Левиафане. Где твой Бог? Понимать надо так: где ты был раньше, отче? Неужели не ясно ныне, что когда молчит проповедь Евангелия, христианству не устоять? Литургия не заменить, крестными ходами не восполнить. Другого ведь не заповедал вам Христос». Я отвечаю: «Воскресшему душой, рожденному свыше от Духа Святого, это понятно. И при данных сумерках всеобщего сознания они видят те, кто слеп и слепоствующих маркирует, маркирует благословением невера. Погибла Россия, и этот год может быть знаковым. В немыслимых страданиях начнут искать прибежище в муках, и в муках рождения снова проявится отвергнутая истина хотя бы где-то». Исайя 29:9: «Изумляйтесь и дивитесь, они ослепили других, и сами ослепли, они пьяны,
Но нет вина, шатается, но нет секеры. То есть эти, которые нападают, священники, это пьяные, пьяные. Ослепляли других, то есть не давали Евангелия. Дальше Юрий отвечает. Юрий Соболев. Советская Россия устояла и вернулась к лету благоприятному. В начале 90-х, но упустила свой шанс. Думается, благодаря обильной крови русских советских мучеников, не сейчас-то много их ли их найдется, если заолеет заря сатанинского марева. И дальше говорит. Игнатий Тихонович, а правильно ли учитывать объем Ветхого Завета и Нового Завета при подсчете количества того или иного слова? Вот, например, обнаружил, что слово «время» в Ветхом Завете встречается в два раза чаще, нежели в Первом, в Новом. Но так как объем Ветхого Завета больше, то получается, что Новый Завет это слово встречается даже и чаще. Но потом зашел... Добромир. Он пишет. Что он пишет? Господин Игнатий, спасибо вам за ссылки и за информацию, которую мне послали вчера. Я много прочитал, много увидел на фильмах. Дальше. Очень интересная идея у вас с этой деревней. Да. Ответ. Во славу Божию. Добромир, мне интересно, чья это земля в этой деревне? Кто владельцем? Ну, кто там за землю дает? Можно... Кто живет там? Да, у нас рядом фермер, у него, кажется, 7 тысяч, что ли, 300 тысяч гектар. В России земля уже частная, не государство, как было раньше. Ну, вот это, там посмотрите, что для себя землю это оформляют в частную пользовательность, вот и в городе также. Господин Игнатий, желаю вам и всей Потеряевке хорошего Нового года. Так. Надежда Лапкина. За пирогами зайдите сейчас. Вот так. Надежда Лапкина, час 08. С новым 2016 годом. Восклицательный знак. Всем доброго здоровья и душевного спасения. И последнее сейчас будет. Владислав Марущак. Ты уже слышал разговоры о том, что наидоходнейшим делом в мире было бы покупать людей по их реальной цене и продавать по той, которой, по их мнению, они заслуживают. Вот как интересно. Трудно быть искренним. Тщеславие искажает и помрачает память. Содеянное зло как бы стирается или приукрашивается. Намерение исправить его отсутствует, зато в наличии находится оправдание, выставляющее дурной поступок в добром свете. Накапливаются аргументы, умозаключения, заглушающие голос совести, который с каждым разом становится все слабее и запутаннее. Святой Хосемария Эскрива, основатель Opus Dei. Это я не знаю, но слова-то какие удивительные, хорошие. И дальше Владислав говорит. Слава Иисусу Христу, Игнатий Тихонович, объясните, пожалуйста, Псалме 137.2. Ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего. Ну, то есть, вот, понятно. Превыше, это значит выше. Имен у Бога много. Вот хватается там и Бог, и Иегова, сказать правильно. Но слово Божьей Библии превыше всего. А его забыли, и не было ни переведено, ничего нету. И еще последнее. Сергей Кисловский. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Подскажите, если злой дух мучает. Ну, злой дух мучает. Ну что мучает? Так не надо допускать его было в первую очередь. Как Иванов говорил этот Порфирий. Не надо. Ну, он любит грязь, в грязной жизни жить. Ну, а если такое есть, молиться надо, молитву есть, пойти к священникам, обязательно к священникам. Пойдите, посылаю еще. И может там найдутся люди, где как-то помогут. Но главное, это чистота жизни. А может не освободишься, может так. К монаху Стагирию пишет Иоанн Златоуст. Нормальный был парень, княжеский сын, но уверовал, там, видимо, монахом стал. И когда спал, и он увидел, как черная большая свинья залезла внутрь. И сколько ни Златоуст не считал, молитвы, ничего не помогло. Он говорит, это промысел Божий, тебе так и должно быть. Дальше, иная слава солнца? Иная слава луны, как понять? Ну, так понять, что так и в людях. От солнца один свет, от луны поменьше, то ли отражение, так и здесь. Христос, наше солнце, и щит, 83.12 псалом. А остальное отражает Златоуст, от него уже и мы что-то берем. Владимир Харин, мир вам. Сергей Козлов, за бизнес испугался свой. За бизнес испугался свой? С уважением. Владимир Харин, ну, это их слова там, не знаю. Все на этом. Во славу Божию, в новом 2016 году. Всем желаю быть искренними, верными, иметь свободу совести, которой у патриарших священников нету почти ни одного, может быть, ни одного даже нету. Все боятся епископа, епископ выше боится, и все. Всюду измена, кругом трусость и обман. И главная болезнь государства – это корысть и трусость. Трусость и корысть. И трижды больна этим церковь православная. Это сказал Левитин Краснов, церковный историк.
который 6 сроков отсидел. Богу нашему слава. И у всех прошу прощения. В ведении, не ведении, что сделал. Не за то, что насчитали.